сіздердің қарауларыңызға 2014-2016 жылыларға арналған республикалық бюджет туралы қазақстан республикасының заңын іске асыру туралы қазақстан республикасы үкімет қаулысының жобасы ұсынылды бұл жобада мемлекеттік басшысы 2013 3-ші жылғы үшінші желтоқсанда қол қойған алдағы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджетті атқаруға қабылданады бюджет кодексінің талаптарына сәйкес қалыптастырылған қаулы жобасында облыстық бюджеттеріне астана және алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер мен кредиттердің сомаларын бөлу қаражаттың бір бөлігін бизнес жол картасы 2020, жұмыспен қамтудың жол картасы 2020, және моно және дамыту 2012-2020 он бойынша бөлу мемлекеттік тапсырмалар тізбесі республикалық басым бюджеттік инвестициялар тізбесі кейінге қалдыру шарттары мен республикалық бюджет жобасында қосылған аса маңызды және жедел іске асыруды қажет ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған республикалық басым бюджеттік инвестициялар тізбесі мемлекеттік органдарға берілген 2014 жылға арналған бюджеттің уақытылы атқаруын атқыру, қамтамасыз етуге жөніндегі тапсырмалар Министерству регионального развития до 20 января 2014 года необходимо представить распределение по расходам, предусмотренными на ремонт общего имущества объектов кондоминиума и на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта-2020, а также обеспечить субсидирование процентной ставки по кредитам банка второго уровня в рамках программы Дорожная карта бизнеса-2020 в строгом соответствии с предусмотренным лимитом выделенных бюджетных средств на 2014 год. Кроме того, Министерству регионального развития в кратчайшие сроки необходимо внести на рассмотрение комиссии по выработке предложений в сфере питьевого водоснабжения, перечень проектов, направленных на развитие систем водоснабжения и водоотведения в городских и сельских населенных пунктах и групповых водопроводов в соответствии с требованиями программы Акбулак. Второе. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Завершить работу в недельный срок по заключению Межвежественной комиссии по вопросам реализации дорожной карты занятости 2020, о согласовании распределения средств, предусмотренных на реализацию дорожной карты занятости по направлениям и в разрезе областей городов Астаны и Алматы. Третье. По проекту новой транспортной системы одобрить изменения внутреннего содержания проекта с ранее предусмотренными легкорельсового транспорта на систему скоростных автобусов БРТ. В этой связи предлагается поручить Министерству транспорта и коммуникации совместно с Министерством финансов и Акиматом города Саны проработать вопрос привлечения займа для реализации проекта системы скоростных автобусов. Администраторам бюджетной программы и местным исполнительным органам необходимо заключить соглашение по результатам по целевым трансфертам на развитие до конца текущего года, Местным исполнительным органам обеспечить объявление в установленном законодательством нового порядка конкурсных процедур на строительство и реконструкцию объектов жилищного строительства, питьевого водоснабжения, образования, здравоохранения и дошкольных организаций. По приоритетным бюджетным инвестициям с отлагательными условиями необходимо обеспечить представление в кратчайшие сроки полного пакета документов для начала финансирования. Установлены законодательством сроки обеспечить согласование проектов стратегических планов на 2014-2018 годы и проектов бюджетных программ по государственным органам, не разрабатывающим стратегические планы. Прошу вас поддержать. Благодарю за внимание.